Улыбчивого всем настроения! Сегодня будет маленькое видео, отвлечемся от вязания. Хочу вам показать новую брошечку. Это подарок от сестры. И она очень маленькая, но очень оригинальная. И мне очень понравилась. И я хочу поделиться этой красотой с вами. Это вот такая маленькая милая брошка специально для меня была куплена. Это крючочек и, как вы видите, первый ряд вязания. Это эмаль. Очень все хорошо проработано, прокрашено. Брошка небольшая. Обратная сторона выглядит у нее вот так. Это вот такая иголочка. Можно аккуратно прикрепить на любую одежду. Она не оставит следа, потому что она тонкая. И вот такая заглушечка. Очень такая, знаете, приятная брошка, тем более это по моему профилю, и я буду носить ее с огромным удовольствием, тем самым показывая, что я являюсь очень большим поклонником вязания крючком. Как вам такая идея подарка рукодельницы? Я думаю, это очень классный, милый, маленький подарок именно тем, кто увлекается вязанием крючком. Я в восторге. Это было очень трогательно. Спасибо моей сестричке за такой классный подарок, тем более я обожаю брошки, у меня целая коллекция, она пополняется. И эта брошечка, несомненно, займет свое место среди моих брошек. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости, провели это время со мной. Мне было очень приятно.